Уссурийские футболисты произвели фурор на площадке. В рамках международных игр «Дети Приморья» команды соперничали по правилам мини-футбола. Воспитанники Игоря Мещерякова настолько уверенно чувствовали себя в матчах, что даже вратарь успешно атаковал ворота противников. Итогом такой упорной борьбы стало чемпионство клуба «Локомотив». За первое место награждается команда «Уссурийский городской округ». Баскетболисты-юноши немного не дотянули до медалей, зато девчонки спортивной школы «Рекорд» показали волю к победе. Воспитанницы Ильи Хоменко поднялись на третью ступень пьедестала. За третье место награждается команда Уссурийского городского округа и их тренер Хоменко Илья. Уссурийская спортсменка София Мезенцева взяла серебро в бадминтоне. Также в этот день медали разыграли в боксе. Первая пара финальных встреч выпала на Дениса Дьяченко и противника из Китая. За поединками молодых бойцов лично смотрел губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Нашему парню не повезло в этой схватке. Раздельным решением судей победу присудили боксеру из Поднебесной. Денис стал серебряным призером. Не хватило, получается, силы, не хватило, ноги встали. Устал, вот. А так все отлично, думаю, что победил. И вот, и отдали, наверное, 3-2 счетом. Со спортсменом из Находки в финале боксировал еще один уссуриец Дмитрий Ли. После двух раундов из-за травмы Дима бой не смог продолжить. Еще одно серебро международных стартов в копилке нашей сборной. Губернатор сделал прекрасный турнир, организовал прекрасный турнир. Будем считать, что на сегодняшний день это лучшее, что у нас есть вот даже в Приморском, не в Приморском, даже на Дальнем Востоке. Почему? Потому что вот проходили «Дети Азии», там команда, сборная команда выступала. А здесь деревушки, да, вот ребята, которые, может быть, никогда не будут на таком уровне боксировать, они сегодня здесь и все боксируют. Так что это здорово, это прекрасно. В последний соревновательный день уссурийские самбистки еще принесли медали команде. Серебро завоевала Дарья Гурьянова. Воспитанница Кристины Сташкевич уступила сопернице из Карорского округа. Ее одноклубница Лариса Дешура стала бронзовой призеркой соревнований. У уссурийской сборной 23 медали по итогу всех соревновательных дней. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс.